Погода в рождественскую ночь в столичном регионе тоже будет морозной. Это необходимо учесть всем, кто собирается в храмы на торжественную службу. Уже заметно похолодало. В центре Москвы сейчас минус 10, ожидается до минус 17. А в восточных районах Подмосковья ночью мороз может быть и за 20. Во время резкого вымерзания воздуха кажется, что идет легкий снег. На самом деле образуются так называемые ледяные иглы. При ночном освещении очень красиво, но видимость ухудшается. Завтра днем около минус 10 градусов. Еще раз напомню, в 23 часа в храме Христа Спасителя начнется главное рождественское богослужение, которое возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Прямую трансляцию смотрите на Первом канале. С наступающим праздником вас!